Всем привет! Сегодня хотел бы вкратце рассказать о беспроводной колонке от компании TronSmart. Это модель T7. Также есть еще T7 mini и еще одна колоночка есть от T7, тоже поменьше размером. В линейке T7 это самая большая. Это колонка в форме форм-факторе такого большого термоса. Не знаю, тубуса, кому как удобнее будет. Ну, давайте сейчас поподробнее расскажу. Как и все колонки от компании TronSmart, это обязательно крепкая картонная коробка поставляется. Ничего с колонкой не станет. Здесь у нас краткие технические характеристики. Это и IPX7 защита, и удобная регулировка вращением шайбы. Ну и также очень достаточно хорошее качество звучания. Все-таки здесь 30 Вт. Еще раз показываю, что это влагозащита по IPX7. Ну и здесь информация о самом производителе. С тыльной стороны коробки у нас здесь более подробно рассказаны уже по характеристикам. Здесь и RGB подсветка. И до 12 часов работы. Но, если честно, 12 часов работы при уровне громкости это порядка 30% всего. Ну и при выключенной RGB подсветке. Внутри у нас есть пакетик с силикогелем. И также документация на русском языке. И плюс провод для зарядки. Это USB Type-C. Так что можно использовать, по идее, любой другой. Очень достаточно хорошо упаковано. Пластиковый такой вот пластиковая ложа. Плюс дополнительная поролоновая защита. Так что с колонкой вообще ничего не случится во время доставки. А теперь о самой колонке. Давайте мы сейчас немножко поднимем камеру. Так. Ну что, колонка. Как я уже говорил, форм-фактор. Это такой тубус, либо термос, кому как удобнее. Из управления шайба сверху. Регулировка громкости. Слышные щелчки при каждом переключении. И из управления это кнопки, расположены с одной из торцов. Кнопка включения, она же отвечает за режим регулировки RGB подсветки. Переключение между треками, play, пауза и выбор эквалайзера. Также здесь под резиновой заглушкой можно увидеть два разъемчика. Это USB Type-C и под карту памяти. Проверял на карте памяти 64 гигабайта, считывает очень хорошо. Но трекинг не запоминает, если выключаем. В устройстве расположены два динамика в боковых гранях, плюс по два пассивных излучателя. В нижней части у нас идет большой динамик 20-ваттный. Маленькие динамики по 6 ватт расположены. 4 Ома, насколько я помню. А нижний идет вроде на 8 Ом. Точно могу сейчас точно не сказать. Так, темблячок небольшой для удобной подвески где-то. Ну, давайте сейчас включим, посмотрим, как она, что из себя представляет. И она, оказывается, была включена. Голосовых подсказок нету. Все передается небольшими голосовыми тыдын, кому как удобнее. Да, забыл сказать, что снизу большая резиновая накладка. Потому что на максимальной громкости колонка так и пытается убежать со стола. Можно посмотреть на RGB подсветку. Это первый режим работы. Есть второй режим работы. Он сейчас статичен, потому что музыка не включена. При включении музыки он будет уже изменяться. Это чуть попозже покажу. Еще один режим работы. Вот как раз он плавно изменяет цвет. И полностью. Да, еще один. И полностью выключение. Музыку сейчас включим. И как раз включим тот режим, при котором у нас будет изменяться музыка. Изменяться цветопередача. Thank you.
всех различных режимах эквалайзера, как в данный момент будет работать сама колонка. Собственно, так работают эквалайзеры на колонке Tronsmart T7.